Ну, начнем с простого, начнем с разминки. Красная линия, вставай. Это разминка пока. Это чувство и дистанции, и ну и сегодня тема такая. Я ведущий, он ведомый. Будем опять загружать ноги, так что готовьтесь, ноги будут работать. Двигаемся только фронтально. Вот в такой стойке двигаемся. Или влево, или вправо. Его задача все время соблюдать со мной одну кость центральную. Если я смещаюсь, он за мной смещается. Если я еще смещаюсь, он соответственно. Почти как у меня, только работаю не так, а работаю фронтально. И работают вот эти мышцы. И работаем абсолютно вариативно. Я могу раскачивать его. Сейчас вовнутрь. В меру своих возможностей физических и скоростных. Устали, чувствуете, чуть отдохнули, поменялись роли. Главное соблюдать вектор. Понятно, да? Вот, вот ось его, ось моя, чтобы она все время совпадала. Если я чуть сместился, он смещается за мной. Все, это разминка. А смысл такой? Смысл такой. Шаг назад, камая. Смотри, палка моя. Методично работает вот так, смотри. 180 градусов. Раз, два. Раз, два. Когда она здесь, ты должен успеть сделать вход и выход. Только два юряж. Раз, два, раз, два. И ждешь. Почему за основу берем два? Двойка. Самый простой. В яку он не войдет, он только это одно движение. Двойка. Два вход, два выход обязательно. Раз, два, раз, два. Разворачиваю в сторону. Да. Поехал, палка. Смотри. Раз, два. Сюда не надо. Сюда не надо. Зачем? Сделал два шага. Вышел. Она прошла опять. Раз, два, раз, два. Быстрее. Раз, два. Быстрее можно. Потому что мне здесь будет достаточно этого. Не нужно к нему вот сюда делать, прям вплотную. Достаточно просто чуть-чуть сорвать дистанцию. Длину шага вы сможете подрегулировать после того, когда мышцы будут готовы. Хорошо, если у него на выходе есть возможность чуть-чуть подрегулировать. Вот так. Пам-пам-пам-пам. Чуть-чуть есть. Это вообще шикарно. И со сменой стойки тоже, да? Соответственно. Это уже самостоятельно. Давайте сейчас возьмем одну палку на пару, и мы с ним будем работать еще какое-то время. Теперь то, что мы делали до предыдущего упражнения, держали вверх, помните, да? Он смещался, я двигался. Теперь я работаю вот так. Да, твоя задача двумя перемещениями, двумя юряши, сохраняя фронтальное и положение плечей шомани, сместиться раз-два, палка прошла, раз-два. Вот, смотри, видишь, вектор, точнее не вектор, а плоскость моей работы. Ты должен выходить при смещении не сюда, а за плоскость. Раз, два, за плоскость. Раз, два, за плоскость. Понятно, да? Палка пошла вверх. Раз, два. Вниз, вверх. Раз, два. Да. Понятно, да? Если вы вышли, допустим, долесекундная пауза, и есть риски получить, не надо. Лучше переждать и в следующий момент сорваться. Ведь это, я даже наоборот за это, потому что когда постоянно одно и то же, постоянно возникает условно выработанный рефлекс. Механическое движение, а надо думать, надо оценивать. Оценил, вышел, ага, успеваю, сразу раз, два, не успел, чуть-чуть подождал, только она пошла вверх, сорвался. Это стопроцентная хаотичность в работе в кумите, никогда нет одного и того же, бам-бам-бам. Постоянно новые ситуации, постоянно новая тоже два, да? Работа. Бой. Два, именно два, держи. Я потом объясню, почему, точнее, вы сами поймете, почему. Два, раз, два, за линию. Раз, два, здесь двигаемся, не стоим, опять. Полный случай. Раз, два, да, фронтально, не так. Все, поехали. Смотрите, сейчас мы палку держим вот таким. Вставай, Камая. Сантиметров 30 от его головы. Ну, 50, вот так. Вот так. Горизонтально, всегда. Я делаю только два движения. Или вверх плавно, я опускаю до горизонта, это исходное положение. Или чуть-чуть руку на себя, чуть-чуть. Или опускаю вниз и поднимаю обратно вверх. Давай. Держи. Ты так, фронтально стоишь. Всегда горизонт. То есть это исходное положение. Или вверх, плавно вниз, или вниз, плавно на место. Горизонт. Вот. Где-то вот, вот на таком расстоянии, да. Да, если он поднимает палку вверх, я делаю раз-два, опускаю вниз. Раз-два. То есть вверх – это сигнал на сближение. Если он опускает палку вниз, поднимай. Да. Ты не держи ее, не останься. Смотри. Раз-два. Все. Мне нужен сигнал, мне нужна секунда, чтобы туда и обратно вернуться. Вниз. Два. Два.
Только два движения. Руки все время перед собой, их не надо опускать. Мы это поделаем какое-то время, паузы не будет. А потом следом делаем следующее упражнение. Если палка опускается вниз, и делаем раз, два, и сразу же обратно. Раз, два, на исход. И здесь двигаем. Обязательно тот, кто с палки, дайте возможность поработать на месте, в ожидании. Если палка поднимается вверх, я делаю обычную двойку. Раз, два, опять вверх. Я должен успеть, да. Вниз, обратно. Опять вверх. Угу. И желательно вектор, то есть прямой вектор, понятно? Если вы чувствуете, что вот вам не хватает длины, точнее, слишком большая длина, и вы не успеете вытянуться, потом убегаете так, то есть пусть падает скорость, но техника сохраняется. Палочку берем, если она длинная, чуть покороче, работаем так. Если он успевает, увеличим скорость, потом увеличим длину. Все, то есть как это, ну, методом проб. Все, пробуем. Один итог на кисть сделать. О, отлично, все. Вот эту вот, правую руку ты держишь где-то вот здесь. Вот, вернись. Вот эта рука где-то здесь. Потому что это, как этот, рыбаки знают, которые... Может, пивок. Да, наверное, да. То есть это будет тык-сигнал на атаку. Вставай, Камая. Теперь смотри, ты делаешь только одно действие. Ты постоянно ходишь, вот прям таким образом. Ходишь по татами, свободно, в любую сторону. Не быстро, расслабленно. Моя задача всегда держать пояс натянутым. Как только ты надумал, ты делаешь такое движение. Тык. Давай, речь. Во. Это для меня сигнал. Давай, тык. Возвращаюсь на место. Пояс натянули. Опять работаем. Вариант может быть как кизами, так и гьяку. Давай. Выход. Еще. Как умеете, как хотите, как позволяет возможности. Но после атаки, вот ты дернул и остановился. Я сделал вот раз, вернулся на место, забрал дистанцию свою и продолжаю двигаться. Смещаешься. Пояс натянулся. Удобно, стоечку поменяли. Без разницы, как стоит он. Сейчас я примерно покажу, как должен себя вести первый номер. Вторая рука должна быть перед собой Камай. Во-первых, это для него ориентир и информация некая. Если я руку опущу, он может вот так подойти бить. Как только рука здесь, это для него информация. Средняя дистанция. Видите, где рука? О. Вот таким образом. Все, двигаешься. Я не тащу, я только... Я стою. Я сделал рывок. Атака. Стою. Можешь туда вернуться. Да, отлично. Дальше продолжаем. Работает он. А я как поводырь тут хожу и командую. Сюда. Хорошо. Пять. Вот, он работает. Хорошо. Дистанция, выход. Да, выход после атаки тоже. Стой. Вот он, допустим, держит, я залетел, попал. Натянуть. Это индикатор правильности. После любой атаки, то есть пояс на одну секунду делает так. В момент атаки. После этого он опять, вот это его нормальное состояние. И опять мы смещаемся. И в данном случае я командую, я делаю тык, его атака сразу. Атака должна быть с минимальным количеством пустых шагов. То есть шаги, срыв дистанции заполняете либо, вот был рывок, да, либо какой-нибудь сразу раз, то есть минимально пустых шагов. Ну, понимаете, о чем я, да? То есть пустых, этот тоже, Юрий Ашин, ну, два хорошо, но три это уже лишнее, ба-ба-ба-ба-ба, все, сорвал уже. То есть должно быть такое, как бы, втекание. Раз, или там раз, со сменой стоит. Смена стойки то же самое. Так быстрее, чем так. Но когда я делаю так, одна рука, то, о чем Саша говорил, она заполняет, чтобы не было. Раз. У меня есть возможность накрыть, подумать, оценить и так далее. Самостоятельно. Можно, вот мы сейчас не в паре работаем. Если я веду, я свой пояс снимаю, он работает, потому что он в поясе, в накладках. Потом меняемся. Допустим, 10-15 атак он, 10-15 я.
Если вам вот эта дистанция, ну вы чувствуете некомфортно, вставай средняя, да? Чуть-чуть поближе. Ну те, кто чувствуете, да, не там сложно. Нормально, пощупали, чуть увеличили. Но рука здесь. И без всяких. Тихонечко. Раз импульс. Бам. Взрыв. Ну и вся атака, конечно, попадание. Для движения. Давай, команда, любую стойку. Вот линия. Вот красная линия. Ты хочешь камая стой, хочешь так, как угодно. Играем как, ну, смысл такой, как в кумите, да? Я должен забрать бал любым касанием. Ты должен меня его отобрать. Если я забрал, убежал в линию, да, ты делаешь одно отжимание. Если я сделал так, три раз, начинаю бегать, меня касаешься. Я не успеваю, значит, я одно упражнение, одно отжимание. Как хотите, то есть за линию, за эту линию. Мне нужно забежать за линию после того, как я взял бал. И еще один момент. Если я дернул, ты на мой рывок коснулся, ты одно отжимание. Понял, да? Потому что ты сделал неверный ход. Можно двигаться, можно его обманывать, можно стоять. Раз, одно отжимание. И вот так будем играть. Смысл понятен, да? По два человека встаем, только не поперек, а вот так вот, ну, чтобы не мешать. Пара, давайте попробуем. Там какое-то время есть работа. Какое-то время есть работа. Мы будем работать сейчас, ну, по теме дистанции. Дистанция, тайминг и так далее. Сейчас сначала чуть подвигаемся, чтобы почувствовать. Значит, в парах работа сейчас будет. Выбираем партнера, встаем в пару и представляем, что вот здесь зеркало. Я первый номер, ты второй номер. Ты мое зеркальное отображение. Все, что я повторяю, ты повторяешь. Все, что я выполняю, ты повторяешь за мной. Я в зеркало. Назад. Ногу надо поменять. В зеркале. Как? Вот я смещаюсь назад, ты смещаешь назад. Я похожу вперед, ты вперед. Я ухожу в сторону, ты со мной в сторону. Да? Я встаю так, ты встаешь так. Абсолютно все. То есть он копирует. Повторяет. Да, все копирует. Ногу надо поменять. Стойка. Ну, в идеале, да. Если так брать, то ты должен стойку менять, потому что зеркало. Понимаешь, да? Ну как отражение зеркала? Вот. То вариации полностью вашего мышления. То есть можно там сесть, да, можно встать, можно лезть звездой, можно мысли скачить там, ну и так далее. Но задача больше на ноги. Можно добавлять движение, можно работать ногами и так далее. Можно его путать как. Пока он думает, я смещаюсь. То есть я его постоянно нагружаю информацией, чтобы он, выполняя одно действие, следил за следующим, его принимал и давал всем зрениям. Вот, соответственно, не нужно, ну, по мере его готовности можно увеличивать чуть-чуть темп. Но задача вовсе не такая, чтобы его завалить, а дать ему работу. Дать ему работу. И таким образом работаю. Просто место такое себе возьмите, чтобы было удобно, и все. Ну, давайте по времени заняться, по команде. Ну, берем шаблон средней дистанции, руку вперед вытягиваем. Вот это наша средняя дистанция. Все, ручку опускаем. Теперь я опять первый номер, ты второй номер. Пока работаем только в горизонтальном векторе, то есть смещение. Смещение во всех направлениях, но только вот в этой плоскости. То есть представляем невидимую нитку между друг другом. Да? Если я начинаю двигаться на него, он соблюдает дистанцию. Я начинаю разрывать, он разрывает за мной. Вещаю, все время дистанция остается. Начинаем напрягать. Все время могу менять стоечку, могу смещаться по клубу, все равно дистанция сохраняется. Опять начинаю давить. Постоянно его задача держать дистанцию. После этого, когда попробуем, теперь ловим темп вертикальный. Двигаемся. То есть он должен поймать мой темп, мои колебания. Я двигаюсь так, потом начинаю двигаться так, потом начинаю двигаться так, потом опять так. И постепенно каждый раз его начинаю, ну, разбалансировать. А? Как только он начинает ловить темп, я добавляю уже смещение в первой плоскости. То есть так, потом так, потом начинаю смещаться назад, опять вверх, опять смещаю эту сторону. Вот такая работа. Незаметно для себя вы начинаете чувствовать дистанцию, чувствовать партнера, и ваши ноги начинают работать в правильном направлении. Давайте смену сделаем самостоятельно. Так, сейчас мы предыдущие упражнения, которые делали, в горизонтали смещались, да, во всех плоскостях.
Сейчас я первый, Максим второй. Моя задача создать микропаузу, которую пока он будет, его организм будет обрабатывать, да, для того, чтобы держать дистанцию, задаваемую мной. Я эту паузу буду использовать для атаки. Атака только для куски. Значит, смотрите, показываю медленно. Ему нужно время на принятие решения. Вот мы двигаемся, да, я смещаюсь назад. Видите, небольшая пауза. Доля секунды, но он принимает решение. Он видит сигнал в мозг, мозг дает сигнал нервным импульсам, импульсы дают сигнал мышцам, тело смещается. Так будет всегда. Я смещаюсь в сторону, он принимает решение. Я смещаюсь в другую, он принимает. Я иду вперед, он принимает решение. Иду назад. В тот момент, когда он идет вперед, видели, да? Ну, если плавно, то есть вот еще раз, медленно, Максим, смотри. Я ухожу назад, он принимает решение, да? В сторону. Все равно доля секунды у меня есть. Вперед. Сейчас я буду атаковать. Назад и вот здесь. Назад он принимает решение, идет за мной. И в тот момент, пока он идет, обрабатывает информацию, я иду вперед. Вот на этом, это называется микропауза, я срабатываю на его паузе. Эту паузу вы будете создавать сейчас самостоятельно, как вам угодно. Вперед, назад, в сторону, все время назад, потом вперед, как вам удобно. Но ваша задача поймать его в тот момент, когда он, обрабатывая ваши предыдущие действия, натыкается на вашу атаку. Это может быть или атака, или встреча, или как вам удобно. Понятен смысл, да? Ну, супер, приступаем тогда. Смотрите, теперь делаем так. Я первый номер, ты второй номер. Ты всегда держишь дистанцию, но я сейчас буду эту дистанцию разрывать. Быстро разрывать. Но сигналом для разрыва, для него сигналом для разрыва будет вот такое движение. Если рука будет работать так, он увидит старт руки изначально. Ну вот смотрите, давай двигаемся. То есть я должен резко разорвать дистанцию. Да. И сигнал ему дам не за счет смещения, а за счет... И в камай ухожу. То есть я готов. Если я буду делать так, давай двигаемся, если я буду делать так, смотрите, рука видна, да? Я должен делать незаметно для него, то есть максимально для себя упростить. Вот, видите, смотрите, рука, раз, вот. Вот, видите, он не успел. Ну, не то, что не успел, да, я просто сыграл на колебании. Вот, поэтому вот стой на месте, рука передняя, она уже почти здесь, чуть-чуть, и начинаю бегать. После того, как я начинаю смещаться, ты двигаешься за мной, просто соблюдая дистанцию. Вы сейчас пару раз сделаете, поймете. Сейчас медленно сделаем, смотрите, двигаемся, да, начинаю раз, в этот момент я его должен встретить, или в голову, или в корпус. Первый вариант, и второй вариант, ближняя нога, опять. Смещаемся, все время погружаем его, чтобы он все время чувствовал дистанцию. Ура. Тоже ближняя нога. Как вариант, можно вставить руку сюда. Или каждый раз ставить руку сюда. Потому что если вставить руку, можешь обе. Здесь открыто, здесь открыто. Я могу и так работать. Но это просто, чтобы вы не травмировали спортсмена. Потому что бывает на большой скорости можно чуть не рассчитать и попасть. Еще раз. Давай, сейчас ручку ставим. Двигаемся, смещаемся. Ну, соответственно, это все нелинейно. Раз. И здесь встречаю. И второй вариант – это нога. То есть я ему все время задаю дистанцию. Да. Вот такой момент. Ноги можно? Нет. Можно. Можно? Можно, но если не так, ой, давай. Если так, может быть. Ну, все может быть, просто ура здесь, она очень, даже если рука здесь будет, больше амплитуды. Можно как вариант, еще раз. Но надо очень точно считать, чтобы ребра не летели. Самое оптимальное, самое такое простое, это турмалыш. Но пробуйте, я его вообще не ограничиваю, то есть фантазия, она наоборот. Еще раз. Смещаемся. Но надо, ты стараешься, знаешь, как смещаться. Вот. Вот сейчас давай, ты меня касаешься, начинаешь разрывать. Я не останавливаюсь, потому что вот, давай, элемент кумите, да, ты касаешься и делаешь, допустим, два смещения назад, да? И я не стану, я же буду передать, пока я не закончу атаку.
Поэтому ты меня должен своей контратакой остановить. Поэтому я к чему, что после касания, да, коснулся и смещайся. Я здесь не остаюсь, нет, я должен идти дальше. Ты меня своим касанием даешь мне сигнал скорость. Вот к чему. То есть Ура, Маваша, Яку, ну, можно дизайн. Просто смысл в чем, что, смотрите, он вся масса летит, хорошо. Да, он летит, летит массой, да. У меня есть вариант его или уйти, или же прям стопорнуть. Поэтому кизами, но он не остановится. Я готов. Вот, я сел. И... Мне задача взять бал. То есть, ну, остановить его, грубо. Принцип везде один, да, в кумите, там, неважно, это спортивный, традиционный, там, еще какой-то кумите, что выиграть по баллам, да, ну, и, не там, не хамцов, а набрать баллы. Это балл, это балл. А если... Все, это не балл, это уже... Вот и все. А дальше вы уже при своей вариации, своей мышлении пробуйте. Ура, Маваш, ближняя нога. Не дальний, потому что дальний это время. Ну, за исключением Шира. Якоти занят, все. Двойка это атакующее действие, потому что первое движение мы убираем темп, убираем, срываем дистанцию. Если делать двойку навстречу, ну это, я считаю, что это неправильно. Все, пробуем? Сейчас берем дистанцию среднюю, да, среднюю. Вот так. И все. И вот ты встречающий, ты стоишь статично. Ты можешь двигаться, но ты стоишь на месте. Но ты меня встречаешь на любое движение. Вот длинный выпад, только ближе к ногу. Да. Я любое движение буду делать, атакующее, ты меня встречаешь. Неважно какое. Абсолютно любое. Он реагирует сейчас вот на смену вот этого. Да. Так не будет. Так не будет. Как только корпус сместился, он взрыв. То есть любое мое движение в твою сторону, ты двигаешься, ты заряжен. Все. Абсолютно любое движение. Еще раз. Любое движение. То есть я начинаю смещаться. Да. Все равно какое. Все, вот прям. Давайте 10 атак. Вот сели, прям вот. Руку вытянет. Глубокий выпад. Глубокий выпад, я пускаю. Вот на этом этапе он должен уже войти. Если будет здесь, вот здесь, уже поздно. Уже будет сол-сол. Поэтому любой мой срыв. Еще бы я не успел руку применить, только вот здесь вот уже. Встреча. Он на старте моей атаки должен. 10 атак. Прям. И дайте ему время подвигаться, чтобы он после атаки собрался. Я вот тоже могу двигаться. Он собрался, готов. Все, вижу. Я начинаю. Я делаю, ну, не быстрые атаки, чуть медленнее своего темпа, но делаю плавно и почти до конца довожу. Кияку, любые абсолютно. Давай, Кияку-цки. Без разницы. Нет, просто на Кияку-цки вы привыкаете, это становится стереотипом. И когда пойдет, вы не среагируете, а будет, ну, к примеру. Поэтому я считаю, что надо работать вариативно. Пробуйте, начинайте от Кияку-цки дальше. По 10-15 атак. Ближе к середине, точнее уже, ну да, ближе к середине начинаем раскачиваться. Вот сейчас мой хороший друг Угар задал вопрос. А если, говорит, вот Макс, иди, да. Если соперник остался на месте, не пошел, если мы смотрим с позиции... Но если далеко он выскочил, ты же да. Не пойдешь на него, зачем? Ты будешь сближать дистанцию. Если он далеко, ну он да, далеко, давай, мы двигаемся, ты касаешься, нет, давай, чтобы я касал, я покажу, да. Давай, мы двигаемся, я касаюсь, ухожу, а ты остаешься на месте. Ну пока мы смещаемся. Давай, смещаемся. Видите, все упражнение начинается вот отсюда. Соблюдение дистанции. Вот отсюда. Потому что если я тупо буду здесь стоять, а потом, это очень явно. Поэтому мне нужно все время. Это упражнение не только для меня, для него в первую очередь. Я отрабатываю в данном случае. Я не слежу за дистанцией, это его проблема. Я отрабатываю. Я только даю сигнал. И моя задача точно вовремя попасть. Все. А его задача соблюдать дистанцию. Но не только здесь. Вот здесь, когда я убегаю. А и вот здесь тоже. Двигаемся. Вот. Мы же начали с этого упражнения. Это тренировка для обоих. Даже когда просто отрабатывая какое-то упражнение, да, вот допустим, он стоит на месте, да, я отрабатываю там, ну, неважно, там, удары там, руками, ногами, там, там отлично, попал. Там. Он должен стоять так вот. Он должен думать, ага, медленно зашел, здесь я его встретил, а здесь там нога, да, здесь она не вышел, на, там, здесь бросил, ну и так далее. То есть нельзя с одной стороны только смотреть. Так вот, ты сейчас остаешься, я смещаюсь. Если мы, ну, два варианта, если мы рассматриваем это как тренировочное упражнение, двигаемся, да, он реагирует на смену дистанции, да. И когда я резко коснулся, он остался на месте, полный шаг. Почему? Потому что он не выполнил свою задачу. Если это тренировочное, если это кумите,
Вопросов нет. Если я веду, пусть стоит. Если я веду. Если я веду, он остался на месте, я ушел. Я посмотрю, отдохну чуть-чуть. Никто не запрещает, подожду его, ну и так далее. Это здесь вариант, когда он проигрывает. Если его, когда он проигрывает, он никогда не будет стоять на месте. Я нагружу, он побежит за мной, ему надо отыгрываться. Вот и все. И еще какой момент, еще вот, мы сейчас тоже с Сашей говорили, касаясь его, да, создавая подушку воздушную, вот здесь вот, я делаю не для того, чтобы убежать и дождаться его, а делаю для того, чтобы он начал реагировать на смену дистанции. Вот смотрите, мы двигаемся, да, он соблюдает дистанцию, соблюдает ее. И в тот момент, когда я, видите, раскачиваю вот так, вот здесь он тоже должен соблюдать. Он должен соблюсти эту дистанцию, сохраняя, ну, примерно мою скорость, да, чтобы ее наверстать. И в тот момент, когда я остановился, я должен его поймать на предыдущее упражнение, помните, да? Раскачивали, создавали микропаузу, встречали. Вот это упражнение он должен выполнять таким образом. Не просто тупо бежать за мной после касания, а сохраняя дистанцию. Просто, если какие-то еще есть вопросы на эту тему, то их лучше сейчас сделать, чтобы упражнение не было пустым, неправильным. Понятно. Вот это накладка. Может быть здесь, может быть там, там, в любом месте. Я даю сигнал. Ваша задача – добежать и схватить первого. Кто первый, тот ногач. Спиной разворачиваемся. Работаем, то есть я даю сигнал, разворачивайтесь, хватайте накладку. Готовились? Голову уберегите. Да. По команде. Есть. Один ноль. Да. Да. Разворачиваемся спиной. Разворачиваемся спиной. Разворачиваемся спиной. Пока не надо. Так. Пока я найду. Ну и так далее. Вариации ваши. Это очень. Давайте так. 10 атак делаем. Меняемся. Один сюда, один сюда. 10 атак сделали, потом поменялись. И потом следующее упражнение, которое будет адаптировано уже под детей. Вот, ну, на дистанцию. Мы потому что сегодня работаем по дистанции. Все, пробуем. Поехали. По 3 человека. Вот. А теперь вот как раз все то же самое, но адаптированное под детей. Но уровень своих воспитанников вы знаете, поэтому будете сами регулировать. Первое, самое простое, самое элементарное. Статика. Только статика. Средняя дистанция. Все время средняя дистанция. Крест. Право, лево, вперед, назад. Я ведущий, он ведомый. Реагирует только на мое смещение. Всегда сохраняя дистанцию. У меня всего один шаг. В любую сторону. Камая. Заставляем смещаться. После того, как научился, начинаем динамики. Теперь. Всегда он делает шаг, пока в статике. В любую сторону. Но как только я иду на него, делаю шаг, он никуда не уходит, он встречает. Логично. Также, сохраняя среднюю дистанцию. Когда это будет шаг, никто не знает, даже я. Без отшага. То есть шаг остается сразу. На малейшем. То есть это заставляет уже немножко сложнее, уже с подшагом. Это уже для следующего уровня. Когда я делаю шаг назад, он делает подшаг передней ногой и достает кизами. Да. Сейчас покажем. Давай. Еще раз. Значит, смотрите, передняя нога. Нет, так не достанет. Подшаг. Раз. Через полусреднюю. Еще раз. Шаг в сторону. Подскок. Там-там. Да. Теперь... Сначала делаем только гьяку, то есть он только на моем движении вперед реагирует навстречу, потом только кизами, потом все вместе. Он не знает, куда будет шаг. Делаю так, и так, делаю так, кизами. Сразу. Реакция. Можно наслаивать бесконечно, даже в стороны есть атака. Она очень интересная и весьма вариативная. Но самое сложное будет уже сделать так. Все то же самое, но без этого. Только один шаг у меня. Раз. Раз. Да.
и назад. Назад вернулся, дистанцию проверили и поехали дальше. Опять. Раз, раз, раз. Вот таким образом. Но все начинаем со статики. Это я говорю про детей. Это вот прям самые-самые. Понятно, что у них не такая скорость. Но прям вот очень элементарно. Вот шаг вместе, пауза. Проверили, чтобы они прям вот у них возникал стереотип вот этой дистанции. Шаг, проверили. Я начинаю вперед, он остается. Я делаю медленно. Раз, он встречает. Прям даже вот так можно встречать. Раз, камай стал. Потом я вышел на прежнюю, проверили дистанцию, поехали дальше. Ну, давайте попробуем. Вот прям 2-3 крестика сделали в статике, а потом положили сразу на динамику. Но делаем сразу и туда, и обратно, то есть вперед и назад. И кидаемся сейчас. А сейчас мы посмотрим такую. Такую вариацию, когда он атакует, и я не ухожу линейно. Двоечку делать, двоечку. Раз, видите, линейно. Я могу не успеть. А я на его втором ударе ухожу в сторону. Давай, двоечку. Раз, здесь. Все близко. Сейчас идем на ногах, руки не трогаем, руку утягивай. Вот наша средняя дистанция. Пошли. Раз, два. Средняя дистанция сохранилась, да? Теперь все то же самое, только я на втором шаге ухожу в сторону. Раз, два. А теперь все, ну, в темпе. Также можно заходить и в другую сторону. То есть, если мы зайдем при атаке, назад, давай, поехали медленно, средний темп, давай, и раз. Вообще шикарно. Так, так, все что угодно. Ну это просто отвечаю на вопрос, но над этим тоже можно поработать. И подводящие упражнения есть, и даже вот смещение, он, допустим, атакует три двойки, да? Вот, в среднем темпе. Одинаковый раз, все время одинаковые двойки идешь. Поехали. Раз, два. Первая атака рукой, любая. Второй раз. Раз, два. Атака ногой, любая, какая угодно. Третий вариант бросок, любой. А ваш вариативный. Раз. Бросок. Любой. Наши барай там. Ну, на заднюю неудобно заходить, потому что я здесь. Нужно быстро. То есть что-то отсюда. Что там? Отсюда. А? Нет, не травмируется. Если бить сюда, травмируются кресты. А если вот камай сядь, вот сюда, верхняя часть бедра, никакой травмы. У него нога по так улетит. Я могу показать, но просто. Все, спасибо. Ничего страшного нет, он летит очень удобно.